Компания «СОД» в Сочи открывает выставочный сезон 2018, и начинается он с 20-й юбилейной выставки «Продукты питания». В этом году свои товары представили более 70 компаний. Это и производители из разных регионов России, и зарубежные гости – Армения, Белоруссия, Литва, Польша. Именно на этой выставке собираются поставщики, которые демонстрируют максимально полный и разнообразный ассортимент продовольственной продукции. Рыба, колбаса, мясо, грибы, соленья, мед, сладости, экопродукты для здорового питания и многое-многое другое. Город Сочи сейчас стремится, в город Сочи все приехать выставиться, потому что город Сочи является витриной мира. И, конечно, я думаю, что наши общепиты, санатории, я думаю, что с удовольствием заключили договора и работали. Выставка «Продукты питания» – это весьма эффективная площадка. Любая продукция, представленная здесь, имеет шанс найти своего покупателя как в самом городе, так и на территории всего юга страны. Также здесь сегодня представлено направление «Новая франшиза Хаус». Она не так ярко сегодня представлена, но это уже начало нового пути. Мы предлагаем нашим горожанам открыть новые направления бизнеса, покупать франшизы, открывать новые пункты питания для города Сочи. Аудитория выставки – это и крупнейшие дистрибьюторские компании, и предприятия санаторно-курортного комплекса, кафе, рестораны, торговые точки, а еще простые горожане, которые с удовольствием покупают свежие и качественные продукты к своему столу. Выставка «Продукты питания» будет работать по 25 марта в выставочном центре Гранд-отеля «Жемчужина» с 10 до 19 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ.